Остался ты лежать, солдат, под безымянным обелиском и продолжают до сих пор искать тебя родные в списках. День неизвестного солдата, они тебе несут цветы, пропавший сыном, мужем, братом, для них сегодня станешь ты. Стоят в России обелиски, и к ним идут по всей стране. Пусть этот день они живущим напоминают о войне. Добрый день, уважаемые жители района. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 3 декабря 2014 года в России установлена новая памятная дата – День неизвестного солдата. Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших. Эти справедливые слова принадлежат маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Сегодня мы здесь собрались, чтобы почтить память героев павших за нашу Родину. Слово предоставляется главе муниципального района Бортлийский район Руслану Супяновичу Гамзатову. Уважаемые друзья, сегодня мы, как и вся страна, отмечаем одну из памятных дат. Это День неизвестного солдата, который был учрежден в 2014 году. Это очередной повод отдать дань памяти всем, кто остался на полях сражений, всем, кто отдал свою жизнь, все свое самое ценное за нашу Родину, за свою землю, за защиту интересов своего Отечества. В нашей стране, и если говорить в целом о Советском Союзе, о постсоветском пространстве, более несколько миллионов человек остались без вести пропавшими. И до сих пор ничего о них не известно. Конечно, в нашей стране проводится большая поисковая работа по установлению личности тех солдат в тех захоронениях, где они обнаруживаются. Проводится большая работа и становится большой радостью для родных, близких, когда они получают весть о том, что обнаружены останки их родных и близких, которые пали на полях сражений и остались лежать в братских могилах. И вот эта память об этом наших погибших, тех, кто не вернулся с войны, не только Великой Отечественной войны, но и других войн и локальных конфликтов, она должна, конечно, жить в каждом из нас вечно. И не случайно вот словами, символом этого дня являются слова «никто не забыт» и «ничто не забыто». Жители нашего района не понаслышке знают о войне. Мы через себя пропустили испытания и всю горечь, и трудности военных действий, боевых событий, и в том числе в новейшей истории. Мы, жители нашего района, как и всей нашей страны, с достоинством защищали свое отечество не только на территории своей страны, но и далеко за ее пределами. Честь им, этим воинам и слава. Конечно, не все вернулись. Из более чем 1700 жителей нашего района, которые участвовали в Великой Отечественной войне, более 900 не вернулись с полей сражений. Это, конечно, невосполнимая утрата для нас. И память о каждом из них мы должны чтить и передавать вот эту священную память будущим нашим поколениям. И уверен, что на подобных примерах мы можем достойно воспитать наше подрастающее поколение. И уверен, что таким образом они будут продолжать очень наши славные традиции и с честью продолжат эту выдающуюся плеяду защитников Отечества, перед которыми мы всегда склоняем свои головы и память о которых мы всегда стараемся передавать нашим детям и нашим внукам. Спасибо каждому, кто занимается работой по поиску установления личности этих погибших наших воинов. И вот эта работа, конечно, и у нас в районе проводится, отмечу, и у нас активно работает отряд ТОКС, телевизионного отряда краеведов, следопытов, который также вносит свою лепту. Эта работа, конечно, будет нами продолжена. И хочу сказать, что мы всегда будем чтить эту память, будем делать все для того, чтобы память о таких людях хранилась в наших сердцах и в сердцах наших детей, как лучший пример для подражания. И уверен, что каждый из нас осознает, понимает всю ценность жизни, всю пагубность этих боевых действий. Пусть на земле не будет никаких войн, пусть все живут в мире и достатке, но если придется защищать Родину, есть у нас достойный пример наших предков, и я думаю, каждый из нас этому последует. Вечная слава нашим павшим героям. Спасибо. Thank you.
День неизвестного солдата. Могила неизвестного солдата. О, сколько их от Волги до Карпат! В дыму сражений вырытых когда-то саперными лопатами солдат. Зеленый горький холмик у дороги, в котором навсегда погребены мечты, надежды, думы и тревоги безвестного защитника страны. День неизвестного солдата, которые пропали без вести в сражении, в полях. Память о них. Вот я шел здесь, смотрю, ребята это все сделают. Все показывают. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны. Горькие стоны памяти павших, будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них,